да, Степан Гондарев. Ну, да, он подключался к команде в этом сезоне. Ну, в общем... Нижнего Торопов получает мяч против Эрика. Иван Стрибков, заслон от Торопова. Атака со средней дистанции. Иван Стрибков реализует. Как мотор, вечный двигатель Нижнего Новгорода выступает. Дэниел Хэкетт пошел вниз. Майкл Эрик взял подбор. И это первые очки от игрока ЦСКА. Стрибков 10 секунд на бросок. Хорошая защита ЦСКА. Бабурин в проходе против Курбанова. Непросто, но капитан Нижнего справляется. Ну, Нижний, наверное, претерпит изменения к следующему сезону. Здесь много претендентов на уход. Воронцевич из-под кольца. Гелия спиной против Воронцевича. Страхует Торопов. Токова справился сам. Сравнивает счет. 6-6. После продолжения атаки не попал. ЦСКА сейчас может выйти вперед. Клайбер 3. Нет, это 2 очка. Мне показалось, он наступил. Майкл Эрик добавляет сверху. Само собой разумеющееся. Да, в этой пятерке игроков ЦСКА хуже всех играет спиной к кольцу Йоханнес Фойтман. Гелия помог Торопову. Шепард, Ухов, 4 секунды на атаку, Токо, 3, не попал, Фойтман просто не заметил Шепарда. В другую команду, соответственно, 24 игры в единой лиге ВТБ, 25 игр у Лунберга. Потеря датчанина, Кейси Шепард из-под кольца и минимальное отставание Нижнего. И Нижний сейчас может даже вперед выйти, если наберет очки. Кейси Шепард, еще потеря. Ухов оставил его без мяча. Сверху заканчивает эту атаку имени себя. Так что... Фойтман 3 туда. 18-12. Самое крупное преимущество ЦСКА у армейцев. Почему бы ими не воспользоваться? Вот почему. Перехват. Убегает ЦСКА. Йоханнес Фойтман. Ну и так. Ну а ЦСКА делает еще один перехват. Пока нет атаки. Вернулся только сейчас Воронцевич в защиту. Вот эта передача от Курбанова. Семен Антонов вообще не ожидал, что окажется. Фойтман просит мяч против Воронцевича. Тот ему предлагает отыгрывать в левую сторону. А он говорит, нет, я лучше отдам мяч. У меня тут есть датчанин. А фола осталась у ЦСКА. Там Дмитрий Сетудис клялся всеми богами ему известными, что он видел все по-другому. Стрибков 3, наконец-то. Эберт. И еще потери Нижнего Новгорода. Лунберг. Сегодня забивают сверху только разыгрывающие у ЦСКА. Что Ухов, что Лунберг. Но и не стоит уже на бровке. Размахивая руками. Думаешь, смирился? Хотя что-то рано. А здесь отличный кат, врывание делает Евгений Бабурин и получает передачу. Ну и, кстати, если покупать, как ты говоришь, арбитров, это тоже не худший прием. Чадов 3, туда! Нижний сокращает отставание до 8, тайм-аут. Фохтман опять пошел обыгрывать, и Чадов как на коньках распластался. End one, второй раз. Что невозможно не делать в составе Нижнего Новгорода. Иначе ты там просто не играешь. К разговору о высоких прыжках. Евгений Бабурин летел. Эфи Лунберг всегда высоко прыгал. И ЦСКА впереди 32. Есть соблазн его использовать против Сергея Торопова, который уступает в массе. А здесь Сергей Торопов из-под кольца вынуждает Итудиса взять. Ангелия продавливает Торопова. Скидка на Ухова, трехочковый, зашел. Иван Ухов еще 3 очка для себя набирает. Действительно, Шенгелия двоих вокруг себя собрал. Здесь Камолов. Ну и мы их нахваливали, защиту ЦСКА. Она действительно расслабилась. Попав, Шенгелия не смог его обыграть. Герасимов. Убегает Бабурин. Клайберн. Скидка на Камолова. Еще 3. Туда! 3 очка! Тимофей. Камолов врывается под кольцо. Перекрыли ту потенциальную передачу. Еще заслон. Камолов в проходе. And one! Артем Камолов разошелся. Нижний ведет в счете. Пускай плюс 1. Несмотря на 13 потерь по итогам двух четвертей. Никита Курбанов говорит, уже нет. Не ведет в счете своим трехочковым
выводит вперед. Просто нечего было подбирать ЦСКА, потому что Нижний в основном терял мяч в первой половине. Вот это пас в исполнении Остапковича, но Курбанов забрал хайлайт себе. Нету на площадке в составе ЦСКА Ивана Ухова, наверное, который стал виновником этого удачного отрезка. Торопов! Бабам! Сергей Торопов! Показ на хэндофф! Проход к кольцу! Клабер в пост успевает. Все-таки к нему Камолов. Пошел обыгрывать спиной. Уилл Клабер не забил, но Фокман выше в два раза всех, кто мог бы ему помешать под кольцом. Второй для него подбор в нападении. Игроков в белой форме. Антонов три. Не попал. Воронцевич против Курбанова. Никита всех раздавил под кольцом соперника. Являлся вместо Сергея Торопова на площадке Алекс Гаврилович. В этой игре у него не пошло, как это часто бывает в концовке сезона. У него Остапкович 3. Первое дальнее попадание Антона в этом матче. 4 фола у Нижнего в этой четверти. 6 минут они еще будут в бонусе. Хекет идет в проход и забивает. Дэниел Хекет показал, что это совсем... Хекет этим воспользовался. Воронцевич, Стрибков один. Но успел Фокман. Воронцевич через Антонова. Наверное, ближе невозможно было. Лундберг разменялся. Нижний. Хекет. Это, кажется, фол Герасимова. Это Н2. Кейси Шепард начинает атаку. Воронцевич опять не бросает. Бросает Кейси Шепард и попадает. Первые очки Кейси в этом матче. Это просто необходимость для Нижнего Новгорода. Ворота, это прям звучит очень здорово для уха. Ну, а самое главное, что это абсолютные факты. Нарушение правил. And one. И Филумбер, Кейси. Атака ЦСКА. Клайбер не попал. И двое игроков Нижнего просто принесли мяч. Тока Шенгели 7. В этом сезоне пас из американского футбола в исполнении Йоханнеса Фолкмана. Но Нижний... скаутит отлично и не пропустил очки. Таким образом, все равно и Филунберг. И смотрите, как Никита Курбанов бульдозером выбивает мяч. Он один, и он из-под кольца делает преимущество ЦСКА 13-очково. Шепард против Фокмана остался в очередной раз против большого, как отмечал Анатолий, со средней дистанции Кейси бросает. Перекрыли передачу внутрь Начадова, и все равно он остался против маленького Ухова. Чадов обыгрывает спиной, левая рука, его Александр Чадов. Берг, Клайбер против Чадова и объезжает Чадова, но не забил. Мне показалось, что мяч в кольце. Курбанов 3. 3 больше, чем 2. Сергей Торопов держится за руку. Лунберг получил заслон от Фокмана, разменялся Нижний в защите. И Фокман остался против Бубы, у которого 4 фола. Курбанов остался один под... в краске. Великолепное исполнение. Клайбер не бросает практически издали, потому что есть более надежный способ для Уилла Клайберна. MVP четвертьфинальных серий в Евролиге. Конечно, наказывает нижегородцев за... любую мелочь практически. Буба один. Туда. 6 секунд на атаку. Он против Стрибкова помог. Буба. Семен Антонов. 2. Ну, такая. 3. Нижнему необходимо сейчас отбиваться чуть ли не в каждом владении, чтобы сохранить шансы на победу. Сегодня Клайбер. Ну, если он будет попадать издали. Андрей Лопатин, форвард сборной России, впервые в этой игре на паркете. Шенгелия и Тока. Ну, залог успеха в том, чтобы бить их мало. Шепард левой рукой всех обыграл. Кейси Шепард. ЦСКА уже сегодня победил. Хотелось бы увидеть броски от Андрея Лопатина, например. Клайбер весь матч не бросал. 9 очков, кстати, 5. 3 подбора. Шенгелия, Александр Хоменко тоже. Итка, Кейси, кто-то должен уже атаковать. 4 секунды. Ну и решиться. Опять вот это желание Нижнего отдать экстра па. 84-59 финальный счет этого матча. Нижний, наверное, не заслужил поражение с таким крупным счетом, но ЦСКА...